Погибла блогер, известная альпинистка и подруга Виктории Бониана Гуту. По предварительной информации, Гуту в сопровождении еще нескольких альпинистов штурмовали последнюю, самую высокую гору Шиша Пангма, высота которой достигает 8000 метров. Покорительницу высот накрыла снежная лавина, кроме нее погибли еще три человека. По предварительной информации, снежный поток буквально накрыл находящихся на маршруте восхождения путников. Масса сошедших осадков оказалась настолько большой, что тела трех погибших просто утонули под толстым слоем снега. Уже сейчас известно, что на высоте в 7800 метров трекеры сразу нескольких участников экспедиции перестали реагировать на изменения температур. Для других групп альпинистов это стало тревожным сигналом, в то время как Гуту и ее спутники пренебрегли этим нюансом. До недавнего момента Анна Гуту должна была стать первой женщиной, сумевшей покорить все 14 самых высоких гор, но не случилось. Прибывшие на место трагического инцидента спасатели тут же извлекли тела Гуту, двое других спутников девушки числятся пропавшими без вести.